Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube канала. У нас сегодня бандероль с Алиэкспресса. Сейчас же вместе с вами посмотрим, что же нам здесь интересное пришло. Здесь должно прийти или радиодеталь для радиолюбителя, или другое. Сейчас мы посмотрим, что тут в коробочке у нас. Здесь у нас в коробочке у нас набор радиодеталей. Вот. Ссылка на данный набор будет в описании. Вот такой вот данный наборчик. Вот такой вот он пришел. Я вам более... Так, что-то уже сломалось. Еще что-то. Уже тайненько отломалось. У нас такая вот штучка здесь. Здесь она не отломалась, она выскочила. Когда ведь упаковали, выскочила. Чтобы нам его закрывали неаккуратненько. Ну, все-таки, ладно. Это не главное. Не главное у нас... Так, ого, большой, очень огромный набор разных радиодеталей. Так, сейчас выложим и посмотрим же более детально, что у нас там есть в комплекте. Комплект у нас очень большой. Решил у меня сынишка позаниматься радиолюбительским паянием. Есть видео на паяльник, который он заказал на Алиэкспрессе. И вот заказал он себе вот такой вот набор радиолюбитель. Итак, по набору, что могу сказать. Такой вот небольшие есть. Давайте, такой же я точно знаю. В принципе, все знают, это светодиодики. Такой вот огромный набор светодиодов. Написано, что их здесь должно быть 100 штук. Вот, ну, в общем, все тут. Вот, вот. Сейчас на телефоне покажу. Так, светодиоды. 100 штук. Набор светодиодных. Светодиодный в ассортименте. Белый 5 мм. 5,3 мм есть. Вот такие вот они у нас. Такие вот беленькие небольшие. Красненькие, желтенькие, синенькие. Ну, походу пакеты, наверное, тут по 10 штук. Пересчитывать не буду. Написано по 20 штук должно быть написано. Но пересчитывать не буду, заморачиваться на этой вычетке не буду. Ну вот такие вот желтый, синий. Как у нас написано, синий есть, желтый есть, green, то есть зеленый есть, красный есть, белый есть. Так же самое и большие светодиоды написано. Вот так у нас маленький 1,8, там 2 вольта и 20 миллиампер. Вот такие вот большие. Такой же самый, в принципе, набор. Желтый, синий, зеленый. Короче, можно всякие всячины пробовать паять. То есть здесь синий, желтый, красный и белый. Белый здоровый. Да, есть полный набор светодиодов. Ну, так что на них, в принципе, не будем. Пакет, набор металлопленочных резисторов. 600 штук. Вот у нас эти резисторы. Вот написано на каждого там пленки. 20. Килоом. Ну, в принципе, такой вот просто мега большой набор. Нет, не буду я их, наверное, доставать. Вот, ну, такой вот большущий набор. Написано и в комплекте. Сейчас вам покажу. Так, пакет сопротивления. Набор металлических резисторов на 30 значений, 600 штук. Комплект резисторов 10R1M, 0,25 вольт, 1%. Так что вот так вот можете посмотреть. Вот так вот.
Так, давайте дальше посмотрим, что у нас там посылка. Так, посылка электрического конденсатора. Конденсаторы. Вот у нас эти конденсаторы. Их здесь тоже очень много. Разных. Будет пересматривать сын. Он мне не увлекается. Я в молодости тоже увлекался паянием. Вот. Ну, здесь такое большое количество всяких конденсаторов. Сейчас покажу, что ж у нас тут есть. Можете поставить на паузу и почитать. Посылка электрического конденсатора. Каждое значение 10 штук. Все 12 значений посылка. Вот такие вот 10 штук там на 4,7 микрофарата. Так, керамический конденсатор. Каждое значение 10 штук. Все 30 значений посылки. Так, вот у нас эти конденсаторы. Тоже большое-большое количество. И тут и маленькие. В принципе, все они там подписаны, да, на всех есть номерочки. Такие вообще массюсенькие, эти такие побольше. 683. Так. Ну, такие вот у нас куча всяких. Вот, в принципе, не пожалел китаец, но и деньги за них заплачены. Так что будем думать, что все есть, потому что перебирать это все в кучу, это очень много. Общее количество диодов. Смотрим. Общее количество диодов, каждое значение 10 штук, все 8 значений по ссылке. Вот так вот. Вот эти диоды. Вот они. Просто мега огромное значение, количество разных есть. Все они подписные. Вот есть такие вот. Есть помощнее. Вот. Пять штук. N805. Вот. Ну так и есть. Все есть. 5 штук это написано. Здесь 5, не больше, не меньше. Вот что можно тут и посчитать. Так, ну и последнее, что же у нас идет в данной комплектации. В данной комплектации у нас идет. Так, и у нас идет общий пакет транзисторов, каждое значение 10 штук, все 17 значений в одном пакете. Ну и посмотрим по транзисторам, уже у меня тут такой бардачок организовался. Вот они все эти транзисторы. На видео их там в принципе не написано. А, в каждой написано, что каждых у нас 17 значений в одном пакете, должно быть 10 штук. Так, в принципе, есть, я вижу, да, оно так и есть. На все транзисторы подписные. Есть на всех значения. Так что перепутать, в принципе, не можно будет. Вот. Ну, их тут очень огромное количество. Ссылка на данный лот будет в описании. Можно будет перейти и заказать, кто занимается радиолюбительскими штучками. Всем спасибо за внимание. Попрошу всех подписаться. Вот. Данный набор у нас, вот цена $11.97. Сейчас на него скидка 25%. Есть большое количество отзывов, ссылка в описании, переходим, заказываем, кому было интересно, ставим лайки и до новых встреч на моем YouTube канале. Всем пока!